Всем привет! Сегодня откроем две посылочки. Сейчас уже стараюсь без камеры ничего не открывать, потому что очень много приходит брак. И поэтому будем вот так вот открывать. С какого сайта я не знаю, поэтому может быть с разных сайтов. Поэтому будем с вами открывать на камеру. Так, ну это с сайта Джум. Ложечка пришла, мы уже такую заказывали одну. Вот вторая пришла ложечка. Это у меня девушка попросила ей заказать. Но в целом ложечка целая, нигде ничего не сломано. Сейчас давайте откроем коробочку. Коробочка, как вы видите, вся мятая. Поэтому я решила на камеру опять снять и показать вам, что же тут пришло. Сейчас мы откроем и посмотрим, что же тут могло прийти. Много передумала, много чего заказывали. Заказывали и детям, заказывали и подруги меня просили. Так, коробочку убираем. Сейчас откроем и посмотрим, что же там пришло. Егорка думает, что его на наушники. Но наушники Егор так хорошо не запечатают. Видите, сколько пупырки. Продавец хороший оказался, потому что очень много пупырки. Мне кажется, я знаю, это папина запчасть пришла. Да, это мы заказывали с AliExpress. Папина запчасть на пилу. Мы уже когда-то такую заказывали. И она хорошая, качественная. Поэтому продавцу 5 лайков. Сегодня вот в целом вот такие вот две у нас посылочки. Спасибо всем, что остаетесь с нами. Подписывайтесь на наш канал. И всем пока. Постараюсь ссылки оставить под видео внизу в описании. Всем пока.